Завершается сезон для хоккейного клуба «Маяк Гранит». Неспешный и скрупулезный анализ выступления команды еще только предстоит сделать тренеру Василию Куликову. Но факт остается фактом. Второй год подряд «Маяк Гранит» – сильнейший любительский коллектив в Челябинской области. В сезоне 2017-2018 годов команда стала чемпионом Челябинской и Свердловской областей, обладателем Кубка Челябинской области, победителем регулярного открытого чемпионата Челябинска в дивизионе «Мастер», обладателем Кубка Законодательного собрания Челябинской области по хоккею на валенках, победителем международного турнира в Чехии. Осталось взять последнюю высоту – Кубок Челябинска. Судя по счету, в полуфинальной серии Кубка Челябинска с «Энергосталью» у нашей команды на пути к финалу особых проблем не было. 3 игры, 3 победы. Но счет ни о чем не говорит. Игры получили зрелищные и хорошие в спортивном отношении. «Энергосталь» – достойный соперник, который подошел к решающим играм в отличной физической форме и крепким составом из опытных игроков. Собирается ли «Маяк Гранит» на Кубок чемпионов Урала и Сибири, который должен состояться в конце апреля в Кургане? К сожалению, турнир не состоится. По финансовым причинам в Курган не смогут приехать чемпионы Тюменской и Омской областей. Организаторы соревнований пытались всеми силами спасти престиж Кубка, который проводится под патронатом губернатора и правительства Курганской области, и искали различные варианты проведения турнира, но все оказалось тщетным. 14 апреля хоккейный клуб «Маяк Гранит» встретится в финальной игре за Кубок Челябинска с хорошо известным соперником «Мяс-Сити», костяк которого составляют игроки команды «Звезда Чебаркуль».